Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня мы поговорим об особой желтково-медово-масляной маске. Видите, здесь и желток, наиболее полезные биологические вещества, которые содержатся в яйце, они, естественно, содержатся у нас в желтке. Поэтому мы его берем. Это, ну, желток зарекомендовал себя в косметике как проверенное высокоэффективное средство. Дальше мы с вами возьмем мед. Мед также в косметике используется, здесь обилие и различных минеральных веществ, самых различных, потому что пчела собирает пыльцу с огромного количества цветков, и в итоге все это несет в улей, где образуется мед. Вот и сам по себе мед – прекрасная жидкость, которая обладает бактериологическими свойствами, то есть она... Если какая-то там инфекция есть на коже, грибки и прочее, она ее так раз и убирает. Что особенно ценно тем, у кого кожа слабенькая, имеются какие-то гнойнички или еще какие-то там высыпания. То есть можно использовать мед. Ну и естественно масло. Масло содержит витамин А, витамин Е, жирорастворимые витамины, которые нужны нашей коже, да и само масло нужно нашей коже для того, чтобы ее защищать, делать эластичной и сохранять. Масло не просто защищает кожу, оно ее еще намного дольше сохраняет. И поэтому мы с вами как раз и сделаем такую маску. И для этого мы с вами берем яйцо. Нам понадобится только желток. И мы раз, белочек сливаем. Так вот, осторожненько, осторожненько. Вот у нас получился желток. Мы его отделили, видите? Белок нам не нужен. Опа! Один компонент нашей маски готов. Теперь мы с вами берем чайную ложечку меда. Меда лучше всего брать цветочного. Вот она, чайная ложечка цветочного меда. Вот. Есть один компонентик, второй компонентик к нему. И теперь мы еще добавим с вами столовую ложку масла. Масло берем, как вы уже знаете, растительное. Лучше всего оливковое. Но если нет оливкового масла, и наше подсолнечное подойдет. Вот. Взяли. Закрутили крышечку. И теперь нам надо что сделать? Все тщательно перемешать. И мы с вами как раз берем и перемешиваем ложечкой. Так, важно, чтобы все компоненты у нас хорошенько соединились. Так, кстати, вот этот... вот эту смесь можно использовать и в качестве майонеза. То есть ее можно использовать и внутрь, и наружно. И очень хорошо, если у вас есть еще лимон, добавить сюда несколько капелек лимонного сока. Итак, мы берем лимончик, давим раз, два, три, четыре, опа, и хватит. Несколько капелек. Зачем нам нужен еще лимон? Фруктовые кислоты придают кислость нашей маске, а кислота защищает кожу. Поэтому все хорошенько мы смешали, получили такую биологически активную массу. Вот, и начинаем ее накладывать на кожу. Можно использовать тампончик ватный, а можно руки. Ну, давайте ручку будем.
Вот так вот намазываем, не спеша, с кончиков пальцев. А если вы смазываете лицо, намазываете лицо этой маской, то начинайте действовать по массажным линиям от центра носа, ну, в смысле от носа к периферии, от центра лица к периферии, к ушкам. Это самая правильная последовательность. Так. Вот, хорошенько смягчили. Кстати, эту же маску можно использовать для роста волос. Если вы считаете, что у вас волосы как-то плохо себя чувствуют, смаживайте волосы. Прекрасная подпитка, волосы будут у вас блестеть и гораздо лучше расти. И теперь мы с вами вот так вот все это смазываем, размазываем. Вот так, 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 так. И эту процедуру принимаем в течение, ну, лучше всего 15 минут. Можно, конечно, плюс-минус 5 минут, чтобы все лучше всосалось, чтобы все лучше подействовало. Потому что кожа имеет свойство не сразу все принимать, а постепенно. И как раз 15 минут вполне будет достаточно, чтобы ваша кожа получила все необходимые элементы. О, такие перчаточки у меня получились. Прошло 15 минут, и теперь мы все это смываем. Смываем под теплой водой без мыла. Помните об этом. Вот. Так, хорошо. Процедура простая, эффект колоссальный. Ни один крем этого вам не сделает, потому что масло у нас увлажняет, желток питает и мед еще создает, вернее, дает нам необходимые микроэлементы, чтобы кожа была у нас в порядке. Поэтому пользуйтесь этой маской на доброго здоровья. Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!